Челябинские курсанты военно-воздушной академии приняли присягу. 500 новобранцев дали клятву верности родине, чем растрогали родных. Больше тысячи друзей и близких пришли посмотреть на торжественную церемонию. А какой сюрприз первокурсникам приготовили старшие товарищи из Марокко, знает Константин Гришенков. Все как один. Эти курсанты в военно-воздушную академию поступили всего месяц назад, но уже знают все премудрости строевого шага и военной выправки. В сопровождении оркестра под праздничную музыку юноши отправляются не просто во взрослую, в военную жизнь. После поступления в наш филиал курсанты прошли так называемый курс молодого бойца, где освоили основы общей войсковой подготовки. Сдали зачеты по соответствующим дисциплинам. Сегодня они в строю. В филиале военно-воздушной академии новоиспеченные курсанты принимают военную присягу. Под проливным дождем торжественную клятву в верности родине дают почти 500 первокурсников. Поздравить своих сыновей приехали родители. Больше тысячи взволнованных родственников и друзей стоят под зонтами и ловят самые важные моменты в объектив. Некоторые не сдерживают себя и в поцелуях. Я очень рада. Мне так понравилось это мероприятие. Вы знаете, как это все четко, все грамотно, все. Даже дождик нам не помешал. В этом году курсанты приехали учиться из 20 регионов страны. На ближайшие 5 лет Челябинск станет для них родным домом. К слову, летному делу здесь обучают и студентов из дальнего зарубежья. Поздравить новобранцев показательным выступлением пришли старшекурсники из Марокко. Курсанты будут проходить обучение по 2 специальностям – штурман и офицер боевого управления. По словам военных преподавателей, популярность академии растет с каждым годом. Из-за боевых действий в Сирии летная профессия становится все более востребованной. Хотя для курсантов это и не просто профессия, а дело жизни. Мне нравится военное дело. Хотелось бы служить армии. Это престижно для меня быть офицером. Уже с сегодняшнего дня будущие штурманы приступили к основному обучению. Константин Гришенков, Маргарита Хижняк, Дмитрий Лазарев, ОТВ.